Быстрые тачки против Крампуса. Выиграй игру. О, с Крампусом я люблю, ребята. Так, 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 ребята, мы против Крампуса на быстрых тачках. Что ты там стреляешь своими снежками? Хотя снежком бы я сейчас хотел получить, охладиться. Едь сюда, Крампус. Я тебя жду здесь, на этой стороне. Нет, так как? Нет, нет. Хотел заманить его в ловушку. 4-0. Крампус против космических кораблей. Выжи в течение 35 секунд. Ну что? Мы на Крампусе. Я думаю, мы выживем. Погнали. Ну что вы, космические кораблики, идите сюда. У меня Крампус здоровенный. Он просто будет топтать вас всех. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games. И сегодня мы с вами выполним несколько очень жарких и юнских заданий в игре Driverhead. Кстати, ребят, напишите-ка в комментариях, какая у вас погода. У меня просто безумная жара за окном. И поэтому сегодня будут жаркие июньские задания. Ну что ж, давайте начнем. Первое задание называется «Ящеры против зима». Ох, неужели здесь будет зима? Давайте. Очень хочется в такую жару немножечко зимы. Хорошо. А, получается, мы против ледышек, да? Ну ладно, давай попробуем. Мы на ящерах, и против нас ледышки. А вот тот чувак, у него голова заморожена. Вот, наверное, ему очень хорошо здесь, среди пальм, среди жары, с этой ледышкой на голове. Ну-ка, с замороженной головой. Давай-ка, ящер, давай. Давай его ешь, эту ледышку. Вот так, как мороженку съел. Мой ящер тащит. Опа, подожди. А, ну тут все нормально. Ледышка сама ударилась об мяч этот. Так, динозавр, динозаврик. О, подожди, а ты что, не замороженный? А, он и так снежный человек, ему не нужна заморозка. Хорошо. Так, а, подожди, а вот... Ой, тише. Нет. Так, динозаврик ты этот, кто, дракончик? Получил по голове. У меня дракон за рулем, и против меня какой-то чувак в очень теплой шапке летом. Да, не завидую я ему. Ну ладно, он уже получил по голове. Опа, олень. Стой. Нет, эта штука опустилась. Мой дракош ударился. Ну все как обычно, в принципе. Хорошо, давай. Эй, елочка, какая елочка? Ты что такая? Эй, уезжай с своей елки. Давайте забодаем сейчас своим рогом. Единственное, нет, там два каких-то рога. Да, вот так вот. Просто ударим и готов, чувак. Все. Так, да, умножитель какой-то. Да какой? Не нужен никакой умножитель. Идем дальше, ребята. Июнь будет реально жарким. Так, кратер коллекционер, собери все подарки. Ух ты, какие же подарки. Как я не люблю... О, у меня пришелец. Ладно. Так, стоп, что-то было. Какое-то замедленное все стало. Хорошо. Мне нужны подарки. Нет, ты зачем ты своим костлявым хвостом пришельцу дал по голове? О, еще один пришелец, такой же другой. Да что ты будешь, эти глаза торчат очень длинные. Длинноглазый какой-то пришелец. Как мне тот подарок забрать-то на самом деле? Наверное, нужно просить своих друзей-пришельцев вот этих, чтобы они меня забрали отсюда. Так. Эй, забирайте. Да нет, колеса эти везде валяются. Вот как мне туда залезть? О, нам очень быстрые тачки. Подожди, давай вперед. Вперед. Забирайте меня отсюда, пожалуйста. Давай, забирай. Да что ты будешь делать? Ладно, хотя бы этому дадим по голове. О, нет. Этот Кощей меня уделал, ребят. Хорошо, ну как забрать подарок? Вот реально, коровы еще летают здесь. Ну все как обычно, в принципе. Забирайте. Вот заберите меня. Да, подарочек мой. Нет, назад, давай. Да куда? Что тут происходит, ребята? Как могу? Тут играю уже, тащу. Фух. Нет, да какой ты свой костлявый хвост везде сунешь, а? Какой-то конь костлявый. Ладно, это не конь, это вообще динозавр. Хорошо. Ну, это реально сложно. Почему здесь... Да, еще эти летающая тарелка мне вообще ничего не дает сделать. Я не знаю, как собрать все подарки. Так, у меня опять этот длинноглазый. И тачка. Тачка на самом деле хорошая, но... Как добраться до подарка, вот реально? Как? Нужно как-то вот ускориться. И все равно не получается. Ну заберите меня, заберите, давайте. Да куда вы забираете? Да куда? Подарок же в другой стороне. Куда вы полетели? Вы же должны мне помогать, вы же пришельцы! Как забирать? Не знаю, ребята. Ах, вообще, что-то сальтуху не хочет делать эта тачка особо. О, забрали, а куда? Зачем мне тут? Зачем я тут? Нет. Короче, да ну эти подарки, ребята, все.
мне надоели эти подарки. Давайте идем дальше. А третье задание. Полиция против дракон. Победить 3 врагов за 25 секунд. Ну, давайте здесь попробуем это все сделать. Я на полицейской тачке. У меня есть 25 секунд. У меня, кстати, есть бомба, которая сейчас взорвется. Да, она взорвалась, и я улетел прямо в эту мясорубку. Хорошо. О, еще один полицейский. Очень тачка незащищенная. А мне нужно троих. Все. Вот это да, тачка спецназа. Я должен выносить. Так, подожди, мой сейчас мне сам помешает. Эй, дайте проехать. Да что ты будешь делать? Я застрял, повываливались спецназовцы эти, и я по ним не смог проехать. Так, на этой тачке сможем что-нибудь сделать? Я думаю, сможем. Так, хотя бы одному дракону точно надаем по голове. Так, один утопился. Нет, не хочет. Ну, сверху упала штука. Зацепись. Давай, топись. Давай, да, есть, ребята, в этом масло кипящее, бурлящее, просто утопился, отлично. Полиция затащила, хотя особо ничего не делала. Идем дальше, 4. Быстрые тачки против Крампуса, выиграй игру. О, с Крампусом я люблю, ребята. Так, ребята, мы против Крампуса на быстрых тачках. Что ты там стреляешь своими снежками? Хотя снежком бы я сейчас хотел получить, охладиться. Давай, иди сюда, Крампус, не шути со мной. Плохо, что я тебя не вижу на самом деле. Где ты там? Где ты, Крампус? Давай вперед. Я не знаю, где этот Крампус вообще. Да что ты делаешь? Крампус, где ты там? Да снежок. Я был почти ему дал по голове. Где он там? Снежки отбиваем. Давай. Да что, везет тебе Крампус? Честно скажу, тебе просто везет пока что. Где ты здесь? Где он? Вот он. Я прям не могу залететь, потому что я не вижу его, ушел куда... Эй, ты чего? Гусеницей переехал меня. Ладно, 1-0 в твою пользу, пингвин. О, у него хоть голова светится. Давай иди сюда, Крампус. Я просто так не сдаюсь. Я должен тебя уничтожить. Так где ты там? Как он прячется, а? Где он? Вон он. У меня нечем выстрелить. Коробка, помоги ты мне. Он сейчас переедет опять своими гусеницами. Все, 2-0. Как биться с этим Крампусом в тени? О, здесь он должен свалиться куда-нибудь. Ну давай, Крампусик. Подожди, что здесь? Нет. 3-0. Он меня растоптал. Я не знаю, как выигрывать здесь. Как? Ну вот кто такие карты делает, а? Ну, что? Вот что мне тут делать-то, а? Нет, держусь. Может, он упадет в мясорубку? Где он? Где? Крампус, едь сюда. Едь сюда, Крампус! Я тебя жду здесь, на этой стороне. Нет, так как? Нет! Хотел заманить его в ловушку. 4-0. Да, ловушка не получилась. Плохо, что здесь темно. Я ничего не вижу. Он сейчас... Да, даже не надо меня толкать, я сам уехал. Ну все, ребята. Следующий будет бой победный. Я вам говорю, погнали. Все, давай. Давайте уничтожим его. Пингвин, у тебя голова... Что? Крампус, хорош прыгать там. Чё такой прыгучий-то? Да, как я уворачиваюсь? Это что-то, это просто что-то, нечто. Ребят, Настя! Вот это было круто. Вот это ударчик. Так, хорошо. Здесь мне не повезло из-за того, что мина просто у меня оказалась, а не у Крампуса. 1-1. Вниз падаем. Так, там будет мясорубка. И надеюсь, что он ударился. Да, он ударился, отлично. 2-1. А, здесь у меня нет шансов. Но я попробую. Я должен попробовать, но шансов нет. Да, конечно, он меня просто выталкивает. Подожди. Да, он мог, кстати, еще и первым удариться. 2-2. Курица за рулем у меня. Не знаю, как курица там что будет делать. Все, у меня нет шансов. Нет, есть шансы! Есть, он как-то переехал меня и утопился. 3-2. Так, королевский пингвин. Делает сальтуху и прям как-то он резко... Нет, не так. Было немножечко не так. Давай, да вперед, едь ты, пингвинчик. Я надеюсь на тебя. Быстро вперед. Вот я не вижу, где этот Крампус, почему он так далеко? Не смог я свалить. 3-3. Так, хорошо. Хорошо, делаем разум. Давай, да, отлично. Мне осталось один раз. Один раз в этой темноте. Что мне дадут? Ага, мясорубка. Если я проскочу сейчас, аккуратненько, то Крампус, скорее всего, ударится. Смотрим.
Нет, нет, нет! Нет, да как это мина? Ну вот почему так происходит? Все, мне хана здесь, все, мне хана. Стоим, давай попробуем простоять. Давай, есть, есть! Ребята, хорошо, что я стоял, никуда не поехал, отлично. Мы уничтожили этого Крампуса. Фух, пятое задание. Хрустальное дерево коллекционер. Собери все подарки, опять что-то нужно собирать. Как я это не люблю. Ну, зато здесь хоть можно охладиться. Давай-ка, длинноглазый, собирай все подарочки. Так, сколько их всего здесь? Эй, подождите, подождите, я уже почти все собрал же. Давай, ушел отсюда, собираем. Все, вот такое вот задание. Да, недолго я тут охлаждался, но и то стало легче. Погнали дальше. Что меня там ждет дальше? Шестое задание. Пилотачки против армии. Победи трех врагов. Хорошо, пилотачки я люблю, кстати. Здесь пришельцы злые пришельцы. Слышите, как они смеются? Так, сальтуху что-то не получается у меня. Так, против меня армейские машины. Пришельцы тоже бьют лазером. Хорошо. Ой, молодцы, пришельцы. А сколько там? О, нет, так как застрял тут пингвин? Вообще не едет. Дайте мне другую пилотачку. О, правда, курица за рулем. Это тоже не очень хорошо на самом деле. Военные еще эти стреляют. На, получай. Дострелялся. О, о, врежется сейчас. Врежется, врежется же. Нет, не врезался. И подожди, пришельцы сейчас у меня самого тут пристрелят. Да, а чего назад? Моя тачка-то не едет. Я выполнил задание? Что? Что это было, ребят? Я не понял, что было, но я выполнил. Отлично, хорошо. Я не против. Седьмое. Безупречный кон против шести бот против строения. Это супер перевод. Выиграй игру... Выиграй в игре без поражения. Мне нельзя проигрывать. У меня шести бот, но... Эй, ничего себе экскаватор против меня. Курица это за рулем. Короче, курицу за руль лучше никогда не садить. И мне нельзя ни разу проиграть, просто вот ни разу. Да что ты, шестибот, он укатился как мячик просто. Да. Кислоту прям. О-о-о, это уже поинтереснее, конечно. Но этого мы должны перебить быстро, я думаю. Давай, перекатимся. Оба, да. Хорошо. Мне нужно 5 раз победить и ни разу при этом не проиграть. Здесь, я думаю, он сам. Он сам. Ты сам будешь делать вещи? Молодец. Я уверен был в тебе. Так, хорошо. О, опять такая же история. Бобик, давай, все, ему хана, я уверен просто. Молодец. Дайте мне еще эту карту, пожалуйста. Дайте мне эту арену. Нет, не дали. Эй, нет, а что? Что? Колесо, откуда ты взялось там вообще? Ребята, что происходит здесь? Давай, на тебе, получай грузовик. Хорошо, дальше. У меня шестибот, против меня трактор, я думаю, мы уничтожим его. Акула, помогай. На, отлично. Ух, ребят, главное ни разу не проиграть здесь. Так, держимся, этот разобьется по-любому, там вообще нереально на той тачке ездить. Так, три раза есть. Хорошо, эту тачку я думаю, что мы тоже сможем победить на самом деле. Да, молодец. Дальше. Эту тоже. Выполнено, есть, готово. Фух, идем мы дальше. Так, восьмое. Строение против гиганта. Выиграй игру. Хорошо. О, ничего себе кулачок. Но здесь хоть охладиться можно. Кулак, давай. Курица за рулем, он должен проиграть. Но он здоровенный. Курица, получай тебе. Бампером по голове. Хорошо. Опа, а вот эта штука прикольная. Вы видали, как я получил кулаком? Так, трактор. Трактор. Да что, незащищенная голова. С какой счет? 1-2 уже, да? Краб. Да, не знаю, как его бить, честно. Да ну, эта голова торчит вообще на виду. Не защищено ничего. Еще один краб. Делаем сальто и высыпаем все кубики. Да, кубики затащили. 2-3 счет. Шансы есть. Опа, пингвин, пожалуйста. Да что, о, кулак улетел. Есть. 3-3. Мне просто повезло. А здесь мне по-любому не повезет. Здесь на этой тачке вообще нереально что-то делать. Ну и что, один раз осталось? Да. Все, он просто меня растоптал, этот кулак. Хорошо. Так, опять супертачка у меня. Давай. Да! Я даже на этой тачке уже раз мог сделать. Ну-ка, опять чудо точило. Давай опять сальтушку сделаем. Что ты, почему ты не ехал, краб? А теперь мне пингвин не даст. Подожди, он сломался, смотрите. У него какие-то проблемы. Если бы у меня не было пингвина, я бы сам поехал на разборки. Но пингвин мне даже сальтуху не даст сделать, наверное. Да, лучше бы я ничего не делал. Ай. Этот краб, мне кажется, сам бы разломался. Все, виноват пингвин. Так, камни высыпаем. Нормально.
Нормально, 2-1. Так, опа. Пригнусь. Пригнулся, отлично, отлично. Хорошо, 3-1. Где я? А, я вон где. Я ухожу. Как... Да, индеец! Есть. Мне один раз осталось. Экскаватор, кстати, неплохая тачка. Пингвинчик. Пингвин прыгнул на голову. Отлично, ребят. Фух, мы идем дальше. 9-е здание. Пляж против монстра. Победи 4 врагов. Что за монстры? О, ничего себе, монстры, то есть здоровенные. Мы на кладбище вообще. Лодка. Почему-то на лодке, на кладбище, ладно. А что с моим пришельцем вообще? Что с моей лодкой? Она вообще бешеная была. Здесь 4 нужно победить. Кстати, на этой тачке я должен затащить. Смотрите, скелетон, прости. Прости, скелетон, ты стоял на дороге. Я здесь становлюсь. Все, ребят, мне кажется, я затащил уже. Спасибо, что подкинули наверх. Все, стоим здесь и просто... Просто ничего не делаем. Они сами разобьются, я уверен в них. Эй, подожди ты, акулу мою. Стоим здесь, осталось 2. Курица, ну курица, вы понимаете, должна разбить. Эй, полегче, полегче, чуваки там. Нет, как эта курица могла вообще победить? Хорошо. Так, бургер, бургер. Но здесь трасса нормальная, кстати. Это очень хорошая трасса, ребят. Я заезжаю, паркуюсь наверху. Все, я просто стою здесь и наблюдаю. И наблюдаю, как они сами друг друга побьют. Давай смотрим. Эй, двухколесник, падай вниз, пожалуйста. Отлично. Ну что, ребята, осталось совсем чуть-чуть постоять здесь наверху. Мне просто повезло. Давай, двухколесники, разбивайте сами. Лава. Эй, подожди, сверху только не упади ничего, пожалуйста. Отлично. Отлично. Все, растопчи его, растопчи. Здоровенный автобус. А, нет. Двухколесник. Есть. Все. Отлично, я так и думал. Мы идем дальше, ребята. И это 10-е задание. Крампус против космических кораблей. Выжив в течение 35 секунд. Ну что, мы на Крампусе. Я думаю, мы выживем. Погнали. Ну что вы, космические кораблики, идите сюда. У меня Крампус здоровенный. Он просто будет топтать вас всех. Да, и мне даже лава это... Эй, лава свалила отсюда. Это не лава, а метеориты. Я буду просто здесь стоять. Что вы, космонавты, лезете отсюда? Идите. Просто живем. Стоим, живем. Ребята, осталось совсем чуть-чуть. Крампус, давай. Давай, просто уничтожай всех. 10 секунд. 10 секунд. Кто? Где вы там вообще? Эй, ребятки, вы где там? Давайте, давайте. Почему вы... Эй, вода поднимается. Ну, я должен стоять. Да! Крампус тащит. Он всегда... Всегда так делает. Отлично. 11-е здание. Ящер против байки. Выиграй игру. Ладно, ящер так ящер. Ух ты. У меня единорожек, ребята. Знаете единорожков? Вот, они бывают. Я на нем катаюсь. Я за рулем птеродактиль. Коровы здесь. Ну, все как положено. Так. Я даже стоять буду здесь. Никуда не поеду. Эй, Джейс, ты еще живешь? На этой тачке ты еще живешь? Мне что, помочь себе? Ладно, коровы, помогите ему. Вот, спасибо, коровы. Хорошо. Начало неплохое. О, нормальный тоже. Кстати, у него тачка. Давай его клюнем сейчас. Коровы мне помогли, как всегда. На той тачке я вообще не представляю вообще, как на ней ездить. О, ты... подожди, он не может попилить рога. Ух ты, это было опасно, да. И он, кстати, победит. Отлично. Так, подожди. Подожди, ушел отсюда. Стоим. Но он не должен отпилить... Да что такое? Отпилил птеродактилю нос ее длинный этот. Хорошо, 2-2. Корова. Корова, под... Только не на меня. Есть, отлично. Ты 2. Вот это я понимаю. Давай его. Давай, Тузик, куси его. Ау. Ау, смотри, какие зубы. Так, у него шлем есть, но шлем, мне кажется, не помог. Корова мне, как всегда, должна помочь. Или пойдем укусим его. Давай, пошли укусим, так что быть. Ау, давай за колесо. А, корова, спасибо. Спасибо. Так. Ну и все. И все. Это... Ну, давай его, кусай, съешь его. Давай, давай. Корова есть. Вообще, коровы мне здесь помогли. Потому что они почти как динозавры вот эти, да? Как ящеры. Хорошо. 12-е здание. Узел коллекционер. Собери все подарки. Да ну, может не надо. Может не надо подарки. Сколько хоть подарков? Все подарки. А сколько? Как туда переехать? Угу. И этот еще сюда едет. Давай, ну наверх. Я заехал наверх. Ничего себе, я думал не затащит, а точило. А, 9 подарков. Я понял. И походу я здесь застрял надолго. Давай, вперед! Есть? Ух ты, как-то я проехал. На этой точили еще умудряюсь ездить. Так, да. С этими длинными глазами пришельцы, я не знаю. Опять? У меня все время будет эта тачка, что ли? Ладно.
Ладно, пингвин, ты там что-то забыл или что? Чё ты там стоишь? Ладно, давай меня подкинь. О, нет, а почему в ту сторону очень быстро летит тачка, а в другую не летит? Я что-то не понял. Так, серый. Вот сюда она вообще почти не хочет ехать. Давай. А зато в обратную сторону просто, я не знаю, как ракета летает. Да что ты будешь делать-то? Ладно, круто десантирует здесь. Тише. Хорошо. Давай. Вперед, корова опять. Да что, она сейчас... Нет, да в какую... Я не знаю, здесь, конечно, придется помучиться. Так, у меня треугольная тачка, за рулем серый пришелец, и мы должны тащить. Да ушли отсюда. Тачка, ты выедешь отсюда хоть? Да что, она назад вообще не едет практически. Вперед, попробуем. Давай. Есть, еще по голове дали. Фух. Ну что... Нужно выигрывать, нужно собирать все эти подарки. Хоть это практически тут и нереально. Фух. Так, вперед летим. Летим. По голове еще бы дать ему. Сам разбился нормально. Перелетаем. Так. Подарочек есть. Так, этот тоже. О! Так, как вот тот забрать? Как забрать тот подарок? Они меня сейчас будут ждать. Они же будут меня специально ждать. Вперед. Да что ты будешь делать? 6 подарков собрал, да? Быстрая тачка. Ну что, это бесполезная тачка. Я на ней сейчас сам просто разобьюсь. Ладно, пробуем. Что будет, то будет. Так. Ну что, пока собирается, кстати. Да, я говорил, что я сам разобьюсь на ней. Так, у меня треугольная тачка, ребята, за рулем. Это у нас кто? Нет, это не хищник, это чужой, да? Чужой, да. Курица, ты ушла ты отсюда, что, чужого не боишься или что? Вообще смело, ух ты. Мне повезло. Временно, наверное. А может, не временно? Так, нормально, все нормально. Фух, задел мину. Но все нормально, обошлось тоже. Так. Да получается там все. 3 подарка. Есть. Так. Разгоняемся здесь. Или вот так лучше сделаем. Аккуратненько. Теперь вот сюда. О, вниз нужно спуститься. Ух ты, давай вперед, наверное. Корова, я не знаю, что с тобой делать, честно. А, нет. Я держусь. Она может на меня наехать. Так, подожди. Подожди, как мне забрать этот подарок внизу? Это самое сложное. Как мне это сделать? Так, коровушка, давай, падай. Падаешь вниз? Нормально, все. Вроде бы все нормально, держусь. Ребята. Есть 7 подарков у меня. Так. Последний подарок. А, мне нужно перелететь, чтобы его забрать. Я не знаю, что сейчас будет. Да, я должен его забрать, вроде бы забираю. Забираю же. Да, есть. Треугольная тачка здесь затащила. Фух, ребят. Это реально была жара. И 13-е задание называется «Кубик льда. Победи вражеского предводителя». Ну что ж, давайте посмотрим, кто тут такой будет кубиком льда. Так, хорошо. Пока что против меня какие-то мелкие. Я на динозавре катаюсь и жду вражеского предводителя. Кто же он? Кто же этот вражеский предводитель? Ждем, ребята. Стоим и ждем. Так, давай, динозаврик. Вот, я могу просто припарковаться и стоять. Ребят, вот этот кубик льда, ничего себе, ушел отсюда летышка. Нет, он не сразу дал по голове. Хорошо. О, все, ребята, я победил, я уверен. Все, на этой тачке я должен просто вытащить. Смотрите, я стою здесь и никуда не хожу. Просто стою здесь и жду этот здоровенный замороженный кулак. Отлично. Где же он? Где же ты, кулачок? Ох ты, внизу появился. И мне кажется, что тебе сейчас будет хана. Я думаю, ты сам разобьешься. Давай, кубик льда. Такая жара. Ты должен утонуть. Давай. Отлично. Куда ты еще вверх полетел? Все, хана тебе. Да, ребята, это был вот такой вот нубас, вражеский предводитель.
который сам просто утонул. Все, я выполнил 13 заданий, ну почти 13, кроме второго. И это было реально жарко, прям как сейчас за окном. Кстати, ребята, кто выполнил второе задание из вас, обязательно напишите в комментариях, как вы это сделали. Мне кажется, это просто нереально. Ну, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал Cool Games. И до новых встреч, друзья. Всем удачи и пока-пока.